Началось традиционное оперативное совещание в администрации с благодарственных слов. Глава округа Виктор Неволин вручил награды людям, которые никогда не будут равнодушными. Волонтеры Подмосковья в период пандемии и не только всегда оказывают гражданам самую необходимую помощь. У вас знают, спасибо. Поэтому вам тоже большое спасибо. И надеюсь, что ни одну волну нам еще, может быть, придется пережить, но уверен, что с такими помощниками, как те, кто сегодня сюда пришел, и, наверное, многие присоединятся, потому что творить добро и делать добро – это всегда очень важно, нужно и полезно, прежде всего, тому, кто делает добро. А для остальных – нет. На оперативном совещании подвели итоги недели, прошедшей по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Благодаря активному прохождению гражданами вакцинации, рост числа заболевших немного уменьшился. Заболеваемость снизилась почти на 200 человек. За неделю выявлено 394 случая. В прошлой неделе 193. Белом на ПЦР 3693. Вакцинация по COVID-19. Всего привито по федеральному кредиту 155 605 человек за неделю 2987. Первый компонент. Вторым компонентом 140 328 человек за неделю 2924. По словам Аркадия Когана, количество желающих пройти вакцинацию от COVID-19 увеличивается. Жители не забывают и про прививку от гриппа. Рост хоть маленький, но идет вакцинация. Вот стал подниматься, люди, наверное, хотят получать QR-коды, Значит, вакцинация по гриппу. Количество привитых на 22 ноября. Его 122 593 человек. За неделю с 15 по 21 привито 23 643 человек. Из них взрослого населения 87 597 человек. Неделю 16 421, всего 61,9% от общего плана. Одним из самых крупных культурных мероприятий недели прошедшей стал финал конкурса «Голос ОК». В финал вышли 20 вокалистов в возрасте от 18 до 60 лет. Гран-при конкурса получила Ирина Калядина из территориального управления «Софинская». Также на этом конкурсе было организовано интернет-голосование. Победителем интернет-голосования стал Евгений Колобанов, и он получил приз от нашего информагентства. Конкурс завершен, много получили положительных эмоций, и в общем, конкурс прошел успешно, очень надеемся, что он будет продолжаться и в дальнейшем, но следующий год у нас по плану детский конкурс. Я понимаю, как переживали все участники. Ну и, наверное, и переживали и организаторы, потому что всем хотелось сделать праздник. Поэтому вам и вашей команде большое спасибо, всем, кто занимался. Такие мероприятия, в общем-то, для людей открывают новые возможности. Спасибо. По поручению главы с докладом по итогам проверки детских игровых площадок на территории округа выступил директор Раменского центра управления регионом Сергей Микотин. За прошедшую неделю были проверены 50 объектов. 25 в городе по случайно выбранным адресам и 25 в территориальных управлениях, сосредоточиваясь на тех территориях, по которым, как видим, в течение года было наибольшее количество жалоб по детским игровым площадкам. Но прежде чем представить примеры недостатков, которые мы обнаружили, хочу отметить, что вот на сегодняшний день, с начала года, к нам поступило всего 944 жалобы на портале «Добродел» по детским площадкам. Мы сравнили с аналогичным периодом прошлого года. В 2020 году 1438 таких обращений было. Ну, в общем, налицо снижение на 34%, меньше. И тут, конечно, здесь хочу отметить, что в следующем году применяется методика расчета рейтинга по доброделу. Впервые в эту форму будет включено количество обращений по доброделу. И таким образом, уже сейчас мы должны к этому готовиться, пересматривать подход к осмотру и отчетности модельного положения проверки в Подмосковье. В связи с этим у главы округа было обращение к представителям МБУ содержания и благоустройства. Вы выстроите так взаимодействие, чтобы вас никто... Я понимаю, что вас могут тоже водить за нос, как и меня здесь. Я понимаю. Но если тот, кто водит за нос, будет пойман за руку, он с нами работать не будет однозначно. Зачем нам друг друга подводить, правда? Выявлять нарушения на детских игровых площадках и вовремя их устранять также, конечно, должны и главы территориальных управлений. Давайте поступим таким образом, чтобы в этой истории был какой-то финал.
количество заявлений большое. Сергей Сергеевич, я вас попрошу, мы не будем это делать каждую неделю, но выборочно давать мне результаты оценки вот этой состояния детских площадок. А мы по результату этого будем понимать, слышит нас или нет. Ладно? Хорошо. Спасибо. В работе скорой медицинской помощи за неделю наблюдается снижение количества вызовов. Их за это время было около 3000. Из них где-то как служили 515, чуть больше, чем на прошлой неделе. Пневмонии вместе с ковидными пневмониями 427. Количество бригад в среднем у нас 28, на неотложку передано 433. И еще, Виктор Валентинович, возможно, будет у нас новый поток жалоб, потому что у нас нововведение на базе Красногорской подстанции. Открыли новый отдел при поступлении вызова с неотложным поводом, переводят на консультантов. Там врачи либо дают совет, либо отправляют опять на скорую, либо на неотложную службу. То есть решили таким образом немножко разгрузить скорую помощь, помочь. Потому что диспетчерская служба не в состоянии давать советы, а людей очень много, которые просят именно совет. Диспетчерам категорически это запрещено, ну вот поэтому решили немножко вот так. С 17 по 19 ноября в территориальном управлении Софинской было проверено 88 жилых объектов. За эти три дня, по словам сотрудников полиции, были составлены порядка 20 административных протоколов. Составлено административных протоколов. Значит, по 18.8.7, по 18.10.11 и выявлено одно преступление по 322.3. Это на неделю будет возбуждено уголовное дело. Предложения, те, которые мы высказали на общественной палате, в принципе, они были поддержаны. Поэтому у нас есть рабочая группа, которую возглавляет прокурор Раменского городского округа. Мы вместе с прокурором определимся, пригласим на эту встречу всех собственников логистических центров, которые работают на территории, из тех объектов, которые являются юридическими лицами, для того, чтобы поставить перед ними задачу по, как я уже говорил, что все, кто работает на этих логистических центрах, должны проживать на территории логистических центров соответствующих общежитий. Наша задача обеспечить безопасность жителей, которые там живут, чем и занимается полиция вместе с нами все это время. Определенные нестыковки законодательства позволяют еще пока мигрантам находить какие-то дыры. И я думаю, что у этой истории в ближайшее время будет поставлен конец, точка будет поставлена. Сергей Григорьев, Дмитрий Корунов, Егор Кабанов. Для программы «Городские вести».